чисто по-сибирски. Я не знаю, почему у меня другая камера не работает, только эта. Снег, да. Вот это пробки томские. Я чуть-чуть вам покажу. Ну уже темно у нас. Вот такой каток. Люди катаются. Это горка. Дальше пошли. Это главный корпус Тусура. Тут я не учился, но красиво. Снега нет, да. У нас уже есть сколько ледяных скульптур всяких разных. Он крутится. Тут песенки вообще кайфово прям. Вот такая елка гигантская просто. Что вам еще показать? Такой фонтан у нас. Летом тут фонтан, а вот зимой такую штуку ставят. Сказка, сказка. Очень красиво, мне прям нравится. Короче, это явно лучше, чем в Краснодаре отмечать Новый год. Хотя бы со снегом. Там тоже каток. Я сам с Томска, но сейчас живу в Краснодаре. Поэтому для меня снег такое. Короче, так. Люди кайфуют, отдыхают. На месяцок приехал. На месяц. Вообще круто, я согласен. Поделитесь с этой трансляцией своими друзьями, пусть тоже посмотрят. Не знаю, кстати, Тусур тоже классно, такой прям. Твой универ, учишься там? Мне вот холодно. Одену я, наверное. Это Томск, Томск. Это Новособорная площадь. Привет. Небольшая экскурсия по Томску. Все же знаете этот, как его, ленту, да? Вот лента себе сделала даже ледяную скульптуру здесь. Вообще у нас ледяная выставка, тут куча вот всяких ледяных скульптур. Ну вот так это все выглядит. Песенки, слышите, поют? Энет тормозит, да, согласен. Не знаю почему, но у меня энет дерьмо. И руки отмерзают. Я как-то отвык ходить в шапке, перчатках. И, короче, вот. Ребята, вы, кстати, угадайте, что это такое? На самом деле красиво. Вчера были здесь с Оксаной, там, смотрели с моей знакомой.
И единственное то, что тут приходится отгадывать, что это. Вот эта дуэль, я точно помню. Отгадайте, кого с кем. Давай. Вообще красиво, да. Согласен. Да, дуэль, ну, сильно заморочена, уж больно они там прям. Они ее все правильно. Ну, у кого зависает, посмотрите в записи. Тоже очень хорошо видно будет, я уверен. Богатырь, конь. Вот это я долго отгадывал вообще. Что это такое? Вот тут девушка. Это парень. Наверное, не дошел. А что тут? Песня вообще веселая, что надо прям. Ох. Это непонятно. Я вот реально, я что, вот это для картежников сделали. Сломали? Нет, не сломали. Как-то так. Слава богу, хоть какой-то интернет есть, могу хоть какую-то трансляцию сделать. От Гербтонской области. Ну, короче, Новый год прям чувствуется. С резкостью у меня проблемы, конечно, у камеры, но что поделаешь. Возьми сама себе плеер, поставь музыку веселую новогоднюю и вперед. Ребятки, у меня рука отмерзнет, я, конечно, могу вам весь Томск показать. Но я думаю, это никому не интересно. Вот, я, наверное, сделаю трансляцию, точнее, не трансляцию, а в дневнике сетевика обзор Томска. Заморочусь, поезжу по городу, поснимаю. Вот, а сейчас все, я замерз. Всем пока.